Новый, очень интересный сорт Крукнек. Белый лебедь. Посмотрите, какой красивый белый плод. Бугорчатый, с изогнутой шеей. Напоминает для многих лебедя. Этот крукнек можно консервировать, можно жарить, давать как корм для животных, для уток, гусей. Вообще он очень декоративный, своей интересной формой. Посадив его, вы сможете удивить своих знакомых, друзей. Если они увидят такое чудо на вашей грядке, они будут очень удивлены. Я давно уже выращивал крукнек с желтыми плодами. Это вот в этом году получил с Америки. Плоды белого цвета. Попробуйте и вы посадить такой крукнек. Не пожалеете. Он очень вкусный. Нежный вкус, никакой горечи, даже не похож на кабачок. Попробовав его жареным, вы точно будете удивлены. Консервированные тоже они очень вкусные. Попозже вам покажу, как они выглядят в банках. Это уже плод такой грамм 700-800. Для консервации мы берем чуть меньше плоды. Вот такие. Грамм 300 плодиков.